Единственный санаторий Кисловодска с собственным аквапарком. Интересно, какой именно? Тогда Кисловодское курортное управление приветствует вас в санатории «Долина Нарзанов». Санаторий «Долина Нарзанов» расположен в центре Кисловодска. Всего в 15 минутах ходьбы от санатория находится лучший в Европе курортный парк и Нарзанная галерея. В шаговой доступности известный своими целебными свойствами Желябовский источник. Оценка расположения – 5 из 5. Комплекс включает в себя 4 жилых корпуса, 2 корпуса для VIP-персон, спортивно-оздоровительный, культурно-развлекательный и лечебно-диагностические блоки. 2 зала для питания, все корпуса имеют теплые переходы, здравница может разместить 320 гостей. Номерной фонд на любой вкус, начиная от комфортов и заканчивая трехкомнатными апартаментами, которые оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Но не все номера имеют балконы. Дети в санатории также принимаются с любого возраста. В целом оценка размещения 4 из 5. Санаторий «Долина Нарзанов» является многопрофильным учреждением. Здесь проводят лечение и профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и дыхания, нервной и эндокринной систем, нарушения в работе мочеполовой сферы как у мужчин, так и у женщин. Но, к сожалению, небольшое количество процедур входит в путевку. Многое придется докупить за отдельную плату. В санатории есть собственный бювет с минеральной водой и бассейн. Оценка лечения 4 из 5. Питание в здравнице трехразовое, диетическое и осуществляется по системе шведского стола. Но, к сожалению, не имеет разнообразия блюд, поэтому оценка питания 4 из 5. В санатории «Долина Нарзанов» очень хорошо развита инфраструктура. Это единственный санаторий КМВ, который имеет свой открытый аквапарк, о чем мы говорили в начале. На территории санатория вы сможете воспользоваться крытым и открытым теннисным кортом, поиграть в бильярд или настольный теннис, посетить сауну и тренажерный зал. На всей территории санатория есть бесплатный Wi-Fi, а также автостоянка и банкомат. Для маленьких гостей санатория есть детская площадка и работает детская комната с воспитателем. Оценка инфраструктуры 5 из 5. Досуг, как и во многих других санаториях, это танцы, кинопоказы, концертные вечера и караоке. В целом оценка досуга 4 из 5. И в завершении нашего ролика, на основе отзывов отдыхающих, по стоимости и качеству услуг санаторий «Долина Нарзанов» набирает среднюю оценку 4,3 балла.